музейного комплекса «Воинская слава и мечи». И сегодня 76-я годовщина партизанского движения. 30 августа 1942 года партизанские отряды «Сибиряк» и «Омский комсомолец» выехали из Омска для того, чтобы проводить диверсионные действия в тылу врага. На мероприятии, посвященной 76-й годовщине партизанского движения, присутствует поисковый отряд «Юные патриоты России» с руководителем Луизой Сморченко. Также на мероприятии присутствует ветеран Великой Отечественной войны Демидов Михаил Корнеевич. Памятное место. Мы находимся возле памятника Анастасии Акадьевне Ларионовой, матери семерых сыновей, которых она проводила на фронт и только раз за разом получала повестки с фронта. Но, на мой взгляд, это памятник не конкретной матери Анастасии Акадьевне Ларионовой. На мой взгляд, это памятник всем нашим матерям. Матерям в широком смысле. Это наш край, и наш край, это Россия. Любовь и слава, небес красон, орел двуглавый. Нести шаг на самый лучший из всех планет, народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Женщины нежные, дети растущие ввысь, нивы бескрайние, сильные руки мужские. Забыть историю значит предать наших победителей. Это наш край и наш рай, это Россия. Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор. Великой жизни ветра стихи, неси шаг на самый лучший из всех планет. Народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Самая светлая, самая сильная, жизни обильная, мать и владычица, ваше величество.